Давайте еще раз определимся. Во-первых, людей очень мало. Людей примерно 20%. Все остальное — это обслуживающий персонал планеты. Хочется в это верить или не хочется — это уже другой вопрос. Это факт. Вот у нас вся загвоздка в чем? Что мы хотим причинить добро кому-то. Вот смотри, вот есть человек, который здесь для обслуживания, для чего-то. Например, он работает там на заводе. Или, я не знаю, там пасет коров, неважно. Или там он банковский, он владелец банка даже, может быть. Он обслуживает эту планету. У него есть точка, до которой он может дорасти всегда. Дальше не может. Это определенный его уровень. И ты ему говоришь, пойдем туда. Он говорит, а как бы мне здесь хорошо. А ты почему? Почему мы очень часто начинаем помогать другим? Себе помочь. Себя нет. Уйти от себя. Мы начинаем фокус внимания перекладывать на другого. То есть мы же не можем просто так сказать, что я такой вот никчемный, я не могу себя найти. Нет, я хороший. У нас эта вот галочка хорошести, она у нас присутствует с рождения. Да, галочка? Галочка хорошая. Галочка сказала, я сразу на галочку. Тоже, кстати, имеет место быть. Вот. Им получается свой фокус внимания, чтобы не расширять себя, это же сложно, мы начинаем на другого. А я сейчас ему помогу. А я сейчас помогу своим близким, своим родственникам. Это не себя убиваю. Я помогу. Вот. Всегда фокус внимания, что бы ни случилось, фокус внимания на себя. Это самое сложное. Да.